пневматический Вальтер от компании Кроссман. Интернет-магазин «Попади в десятку». Накладки его рукояти пластиковые. Корпус пистолета металлический. Курка у пистолета нет, и стрельба ведется с нажатием на спусковой крючок. Ползунковый предохранитель расположен на корпусе справа. Затвор пистолета можно передергивать, но это чисто декоративная функция, так как во время стрельбы он неподвижен. Магазин держится на защелке у его основания. Баллон устанавливается в рукоять под накладку. Поджимается он винтом со встроенным барашком. Причем этот барашек не мешается, так как накладка рукояти его полностью закрывает. Подаватель магазина оттягивается и фиксируется. Пульки засыпаются через нижнее отверстие. Помещается их в магазине 18 штук. Пневматика – охолощенное оружие. Самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.